Добрый день. Сегодня 5 августа 2020 года. Мы находимся в хозяйстве ООО МТС Агро, Оренбургская область, Саракташский район, где в этом году первый раз они посеяли кукурузу, гибрид Гитага. Посев производили сеялкой Гаспарта Метро 26 мая. И вам хочу сделать небольшой обзор по кукурузе, как себя чувствует кукуруза в засушливый год в Оренбургской области. Вот так выглядит кукуруза на данный момент. Сорок дней назад здесь обработали илюмисом в дозе 1,5 литра на гектар. Вот так выглядит поле. Практически стопроцентный контроль над сорняками. Ни в рядку, практически нет ни двудольных, ни злаковых. Только вот вторая волна появляется только-только. Так, здесь была сделана междурядная обработка. Один раз. В этот засушливый год на стебле кукурузы вложились по два початка. Кукуруза стрессовала из-за засухи. И она заложила по два початка. Практически на каждом стебле. Видите? Так выглядит кукуруза. Я думаю, по урожайности мы здесь еще посмотрим, какая здесь будет урожайность. Бункер покажет. Спасибо за внимание.